Всем привет, с вами канал Art Money. Мы с Димочкой солим сало. Деда нам передал сало, а засолить забыл. Ну, немножечко не так, ладно. Оно засолено, но оно не очень вкусное. Я хочу его по своему рецепту. Дима мне решил помочь. Да? Дима уже тут чесночок мне вот потрошил. Остались палочки. Теперь он мне помогает распотрошить лавровый листочек. Вот, так как. Интересно, как, только над тарелкой. Вот. Ну-ка покажем давай всем, как ты так делаешь. О, какой ты молодец. Дима уже помылся у нас с утра, поэтому у него пока еще кудрей нету. Волосики еще не так лежат, они сейчас попозже будут у нас. Ой, ароматно как пахнет, да, Дим? Ой, какой Дима молодец. Вот сделаем сало, да, а потом деде его отрежем. И скажем, это Дима делал, да? Дима делал. Вот он как. Не роняй. Ну, давай, давай, старайся. Нет, палку не надо туда. Вот эту вот. Давай так, ломай. Опа, смотри. Оп. Оп. Вот тут уже вот чеснок чистили. Чеснок я уже перемолола один. Не один, а четыре штучки. Еще надо вот сейчас почистить чесночка. Парочку. Там прям кусочек такой вот, прям вот маленький, вот такой вот. Малюсенький. Да. Ой, какой Дима молодец, да? Палка. Да, палка от чеснока. От чеснока палка, да? Ну, не надо ее трогать. Ты дальше доделывай, а потом будешь с ней играть. Давай. Давай доделаем. Ароматно пахнет, да, лавровый листочек? Пахнет? Ароматно так, да? Интересно, это, наверное, где-то прям лавровое дерево растет. У него листочки собирают, сушат, а потом продают. Дима кушать будет. На. И у Димы будет кефир. Да? Вот такой кефир у Димы сегодня. Сегодня я решила ему дать кефир. Как? Ну как? Открывай, как? Ты же умеешь открывать. Как ты открываешь? Покажи мастер-класс. Творожок. Творожок, да. Открывай, покажи мастер-класс. Я тебе потом застегну, открывай. Господи, ты еще задом наперед его одел. Давай, давай, открывай. Дима. Димочка у нас сонный. Только-только прям проснулся. И не понял, где он, что. А он был у мамы на руках уже. Его взяла сонного. Что, никак, да? Что-то он никак. Тяжело, да, открывается? О, да, тяжело открывается. Опа. Рассказывай, рассказывай. Что там? Ёп-ля-ма. Как там полнующе? Пей. Тебе не понравился? Не понравился, что ли? Ба! А ребенку кефир и не понравился, оказывается. Не понравился, да, кефир? Невкусный?
Ну вот, а маленький был пил, да с таким удовольствием. А сейчас не хочешь, да? Ну, пойдем играть с тобой. Как? Приготовила себе вот такой десерт на ужин. Сейчас Дима уже сел кушать. Сейчас я буду подогревать пирог, который мы сделали. И потом я буду кушать вот такой вот десерт. Красиво, смотрите, как классно получился. Вкуснотища невозможная. И здесь у нас пирог. Этот делается, он остался сырым все равно. Я как бы делала рецепт просто на бум из оставшихся ингредиентов. И он остался немножко сыроватым. Я его отправила, перевернула, вот отправила. Может, я его слишком рано достала из формы. Надо было, наверное, подождать. Обычно я не достаю из формы. А тут думаю, что побыстрее остыл, чтобы ребенка накормить, я достала. Вот. И отправила, да, его еще запекать. Не знаю, на сколько. На 30 минут, я, по-моему, поставила. Очень такой он прям ароматно пахнет. Также сварила уже яйца. Осталось тут. И мы будем сейчас с Димой кушать. Ну, Димочка уже кушает, конечно. Уже кушает. Он тут вот играл с коробочкой. Да? А что у тебя там? Папа. А, это ты выплюнул, да, помидорку? Молодец, выплюнул кожурку, да? Дима кушает у нас брокколи. Вот, хотела его этой вот запеканкой накормить, но она вот не приготовилась, он будет доедать сегодня брокколи и пирог. И сейчас, наверное, сейчас сначала бутерброд с маслом мы с тобой поедим, да? Я тоже хочу... Тоже очень хочу бутерброд с маслом. У нас хлебушек вот такой вот. Да, тут у нас на столе безобразие. Эти банки все стоят. Сейчас я вам покажу, как выглядит замороженная, натуральная красная икра. Вот так она выглядит. Такая она оранжевая стала. И в некоторых местах вот тут видны... Не знаю даже, как это назвать. В некоторых местах они беленькие. Вот. Вот, например, вот тут вот эта вот маленькая икриночка. Не знаю, короче, как это все называется. Но так прикольно она выглядит. Я когда начала там искать в морозилке, думаю, где-то у меня красная икра должна быть. И так беру эту баночку, не пойму, думаю, что у меня малина, что ли, есть? Лежит какая-то крупная малина, думаю, надо же. А потом я присмотрелась, нет, думаю, это на икра. Вот, потом, когда она разморозится, покажу, какая она стала. В принципе, с ней, наверное, я не думаю, что должно что-то произойти. Ну, может быть, наверное, и произойдет. Посмотрим. Так, ну вот она, икра наша разморозилась. Ну, она такая, видите, стала немножечко помятой местами. Это значит, что она была заморожена. Ну, если когда вы будете покупать, например, то можете определить. Немножко... В некоторых местах видно по краям, такая она уже помятенькая. Вот тут Дима у меня хурму кушает с трудом, она такая вяжет, не очень приятная, да? Но Дима старается, Дима кушает, Дима знает, да, Димочка знает, что она полезная, ты знаешь, что она полезная, да? Поэтому кушаешь ее. Мама сказала, полезная, значит, полезная. Да, молодец, ты ее кушаешь. Уже вот почти половину съел, чуть-чуть осталось. Тут у меня, господи, а кто-то у меня ряженка или бифидок, что-то такое. Сейчас я хочу туда печеньки добавить. Я раньше такие вкусняшки делала. Там у нас масло вот лежит, еще размораживается на всякий случай. Мы будем делать бутерброд с маслицем. Здесь вот чуть-чуть. Лучок, там, ну, короче, посуду я всю перемыла, противни все помыла, у меня там теперь наконец-то чистенько стало на кухне. Единственное, вот у меня осталась плита. Наверное, вот выходные я буду плиту мыть. Сегодня я уже устала, все кастрюли перемыла, все тут перемыла. Ну вот, осталось, ну вот чашка одна осталась. Там, а там банку от Димы прячу. Мед я вытащила, а банку решила выбросить. Сначала хотела написать... А тому мужчине, мол, это, заберите банки, а потом подумала, нафиг ему надо ездить еще раз за банками. Думаю, выкину просто на помойку и все. Вот. У меня самой таких банок, они копятся быстро, очень много места занимают. Вот. А, да, кстати, хотела сказать, цветочки. Все цветы почти высохли.
вернее, отростки от гибискуса. Последний вот остался, он уже пожелтел. Он у меня сначала в этом углу стоял, я смотрю, пожелтел, я его переставила. Он все равно вот желтеет. Я его обратно поставила, думаю, может, он привык в этом углу стоять, там полумрак такой. Может быть, ну, не знаю, отойдет, не отойдет. Короче, посохли все. Вот. И тут у меня уже чистая посуда, ее просто было уже ставить некуда. И уже везде ее разложила, она подсохла, сейчас ее уберу. И у нас сушатся, кстати, последние яблочки. Так, это надо выкинуть, у нас закончился. Вот такой вот используем ушастый нянь. Один закончился, один, смотрю, залезла есть у нас. Я когда-то покупала его на Озоне еще. Думаю, пригодится вдруг, вот так неожиданно закончится. Пригодился. Вот. Ну, еще не пригодился пока. В следующий раз пригодится. Вот. Тут, кстати, стоит обзор на нее был. Он выйдет, правда, попозже немножко, когда я проверю, волосы реально растут или нет. Это для роста волос. Как ее? Эсвиция. Эсвиция? Эсвицин. Эсвицин. Вот. Тут последние яблоки уже досыхают у меня. Тут у меня Дима скачет, прыгает. Да, 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 да. Да, 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 да. Танцы, танцы. У кого-то музыка орет. Прям слышно у нас. И Дима танцует. Да, Дима? Танцы, Дима, танцы. Танцы, Дима, танцы. Танцы, Дима, танцы. Ай-тя-тя, ай-тя-тя. Да? Вот выходные, наконец-то, буду мыть плиту. Очень люблю, кстати, ее мыть. Прям вообще. Так, тут у меня картошка закипает. Короче, решила на ужин сварить себе картошечку. Также я засолила, как ее, селедку. У меня будет картошка с селедкой. И тут у меня, ну вот у меня еще вторая 3-литровая банка, в ней мед. Вчера я одну вот вылила на волосы, голову мыла. Вот. И одна вот осталась, ее надо в холодильник, что ли, убрать. Она не помещается у меня туда. Во что-то перелить и убрать, да, в холодильник. А может быть, какую-нибудь маленькую баночку, что я не знаю даже. Вот сейчас тут закипит, и мы пойдем в комнату играть. Вот. Тут тоже у меня безобразие. Убираешь, собираешься, а потом опять все наставляешь, и в итоге прячешь от ребенка. Термос он уронил, я от него спрятала, чтобы он не сломал мне его. А тут, кстати, розы, я жду, может быть, у нее появятся корешки. Вот, я знаю, что они могут появляться. Но еще нет, она еще мало у меня стоит. Вот, мед там тоже стоит, лекарство Димина. О, все, закипело. Сейчас мы убавим и пойдем играть. Да, Димуль? Дима! Да! Мама убирался, все наставлено у нее, да? Танцы, танцы. Вот ты как танцуешь. Вот ты как танцуешь. Вот ты как танцуешь. Танцы, 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 танцы. Танцы, Дима, танцы. Танцы, Дима, танцы.